есть мама, есть папа, их не бросят. Они это точно знают. Папа, мама и малыш. Первый год. Этапы формирования здоровой привязанности. Это одна из тем лекций в школе «Я мама» в Щелковском перинатальном центре. Начнем мы с надежного типа привязанности. Этот тип привязанности возникает при правильных взаимоотношениях родителей и ребенка. Дети этого типа тянутся к матери и к папе, когда чувствуют опасность, но при этом способны самостоятельно исследовать мир, понимая, что если будет что-то им угрожающее, их поддержат. Здесь учат правильно дышать, преодолевать психологические барьеры, вести здоровый образ жизни. Есть возможность получить ответы на важные для будущих родителей вопросы. Залог успешных родов – это 50% психологической готовности самой женщины к этим родам. Не, как бы, наряду того, что сейчас центры развиваются, да, прекрасная медицина, но очень важна психологическая, да, составляющая, потому что рожает женщина. Женщина беременная, в ней находится малыш. И очень важно самой настроиться на то, что это работа каждой женщины, которая станет мамой. Как раз именно этим помогает психолог. На занятия приходят как те, кто готовится стать мамой в первый раз, так и уже опытные. Ольга Балушевская ждет второго ребенка и посещает занятия вместе с мужем. К сожалению, когда был первый малыш, таких лекций не проводили. Очень жаль, потому что это действительно помогает. Мы ждем второго малыша, и эти лекции, ну, классные, правда. Очень много нового узнаешь, и за 7 лет столько всего поменялось. Поменялось психологические какие-то моменты, и физические. На самом деле очень интересно, очень полезно, очень здорово. То есть, ну, ребята большие молодцы, очень доступно, и говорят порой о таких вещах, которые естественны, но тебе надо их услышать. Вроде бы ты сидишь, ничего нового, а потом едем обратно, разговариваем. На самом деле всем рекомендуем, очень круто, очень полезно. Занятия в школе «Я мама» проводятся каждый вторник и четверг. Курсы могут посещать мужья и родственники будущих мам. Тема лекций в социальных сетях перинатального центра. Евгения Корытько, Галия Вахитова, Щелковское телевидение.